Приветствую, с вами Иван, и этим холодным осенним утром надо освежиться чем-нибудь покрепче. Нам в этом помогут квадрюпеды. Тут у меня три варианта квадрюпеды. Это квадрюпеды от Crazy Brew, Тагила, ребята. Квадрюпеды от Green Street. Это контрактная пивоварня, которая варится в Дедовске. И достойная импортная штучка с Бельгии. Ван Хозенбрук Бариста. Начну, пожалуй, с Green Street. Квадрюпеды от Green Street. Философский футбольный матч. Ну, это типа как Ницше с Аристотелем в кубик играют. Вот. Что же есть квадрюпель вообще? Это темный эль в бельгийском стиле. Я бы сказал, даже в аббатском стиле. Но есть один нюанс. Название стиля квадрюпель закрепило за собой, то бишь взяло авторские права на себя пивоварня Сла-Трапе с Голландии. Все мы знаем, что это детеныш Баварии, да, той самого пивного гиганта Бавария. Но пиво у них классное все равно. И по этой причине, по той причине, что они забрали наименование квадрюпель, все начали писать бельгийский темный, как тут, бельгийский темный эль или Belgian Strong Ale. Иногда пишут квад, как тут вот шоколад квад. А иногда находятся смельчаки, которым вообще на все похуй. Это ребята с Тагила квадрюпель пишут. Ну, может быть, ребята просто не в курсе, что на них в суд может подать Ла-Трапе. А может, им вообще похуй просто. Ну, как положено стилю квадрюпель, он темный, такой коричневый. Достаточно крепкий, в нем 11 градусов алкоголя. Яркие ноты фруктов, яблоко немного, чернослив, сухофрукты. Кстати, о квадрюпеле. Это аббатский стиль пива. В аббатстве все там интересненько получается. У них идет вначале блонд, светлый, 6 градусов. Потом идет дюбель, это темный уже эль. В нем 8-9 градусов алкоголя. Потом трипель, смешное название трипель, когда я работал в баре, очень часто говорили, что это за херня такой трипель, блин. Это моя бывшая такая же, ну это ладно, трипель, светлая, 9-10 градусов алкоголя, в частности 9, и квадрюпель, уже опять же темный, 11-15. То есть получается светлый, темный. 1, 2, 3, 4. Достаточно сухой для такого крепкого пива, то есть не чувствуется сладость. Спирт слегка вылезает за всеми этими нотами фруктовыми. Я бы сказал, достаточно сухой. Ну что, ты на философию не потянула пока, на футбольчик тоже. Наверное, стоит допить до конца. Все-таки 11 градусов алкоголя, как любого русского человека, тянет на философию. Поток мыслей безграничен, как наша вселенная. Я не могу выразить словами все, что я хочу сказать. Но не будем об этом, у нас блок про пиво, а не про философию. Про Green Street. Это, ребята, контрактники, как я уже сказал. Самый главный чувак на этой пивоварне Максим Борода, очень известный в пивном обществе.
Чувак раньше, я уже рассказывал про него в выпуске про Saison. Тоже, кстати, Бельгия, бельгийский стиль. Это чувак, Максим Борода, очень увлекался пивасом, ездил во многие страны, общался с пивоварами. И до того, сука, дообщался, что однажды, беседуя с одним из них, его друг сидел рядом, это все происходило в бане, и они с ними там перетирали на сложном пивоваренном языке, там, вплоть до химии. Вот. И пивовар ушел, они остались наедине с другом в бане, голые. И друг ему говорит, Андрей его, по-моему, зовут. Андрей ему говорит, блин, Максим, какого хуя? А Максим такой, чё-то какого хуя? Я вас нихуя не понял, но это значит, что это значит? То, что вы, Максим Борода, можете сотворить сами пиво. Ведь у вас дохуя знаний. Он такой, а хуя либо и нет. Пошли и сварились контрактно, и поскольку Максим знал очень многих в Москве крафтовых заведений, владельцев, это быстренько все распродалось. Варит он по сей день, до сих пор по контракту, сейчас дедовский, вроде как. Да, дедовский на Громиком. Второй вариант. Это бариста Ван Хозенбрук. Шоколад Квад, они так это назвали. Это уже квадрюпель с шоколадом. Давайте же пробовать. Я его, честно говоря, ни разу не пробовал. Хоть это пиво входит в список лучших квадрюпелей мира. И очень-очень многие блогеры, я смотрел их каналы, прям чуть ли не кончают в потолок от него. Ну, сейчас посмотрим, насколько удовлетворит мои потребности это пиво. Вау, тут те же самые сухофрукты, чуть-чуть побольше яблочко с шоколадом. Вот яблоко с шоколадом. Я никогда не ел шоколадку с яблоком, но вот сейчас я понимаю, что вот она у меня в стакане. Аромат божественный, яблочный, шоколадный, сухофруктовый. Сука, фруктовый. Вкус такой, опять же, яблоко, уже послаще, чем предыдущий вариант, достаточно сладкий. И шоколад, но не яркий, а такой приятный, оставляющий на небе свою изюминку, так сказать. Кстати, да, изюм. Изюм тут есть. Охуительно, охуительное пиво, не зря оно входит в топ лучших. Вообще пивас крепкий, у меня три варианта и все они крепкие. Я надеюсь, что я не свалюсь либо в реку, или не угоню самолет. В общем, что сказать. Крутецкий пивас, все по-бельгийски. Кстати, бельгийцы делали такое плотное пиво, в том числе монахи, чтобы удовлетворить свою потребность в калориях. То есть оно было за счет высокой плотности калорийным, что давало им энергию работать в поле. Я не работаю, блядь, в поле, но у меня дохуя энергии, и я вижу цель. И иду к ней. Блэкмарк! Итак, Crazy Brew Блэкмарк квадрюпель. Честно говоря, оттуда, наверное, не видно. Из бутылки пиво кажется светлым, очень даже светлым. Но, насколько мы знаем, квадрюпель должен быть темным. Сейчас мы проверим его цветность. О! Так,
про Crazy Brew. Ребята, пам-пам-пам. Какого хуя квадрюпель светлый? Ну, знаете, как-то, ну, сверху, а тут, наверное, не видно, сверху немного темновато, а снизу светлый, как будто светлое и темное пиво смешали. Ребята, ну что вы делаете? Даже BGCP в таблице написано, что квадрюпель, бельгийский темный крепкий эль, темный. Это, короче, ребята на самом деле, видимо, замутили трипель. О! Тот самый трипель, над которым шутили все мои гости в баре. Трипель! Вкус необычный. И на квадрюпель не похоже. И на трипель не похоже. Немного медовый, немного бирюзового сока. Но меда больше. И в нем, в отличие от остальных вариантов, аж 15 граммов алкоголя. Да, 15, плотность 30. Хмель магнум. Идеально тип подходит к сыру, курице жареной и к мороженому. Рекомендованная температура подачи от 9 до 13 градусов. Ну и как все, в принципе, квадрюпели, трипели, крепкие сорта пива. Я бы сказал не от 9 до 13, а лучше бы, наверное, от 10 до 15. Ну что сказать, мед сладкий, менее сухой, чем предыдущие истории. Да и вообще это не квадрюпель. Блядь, я так и расстроился. Я его хранил с августа, ребята. С августа. Думал, побью как-нибудь осенним днем. Хороший квадрюпель. А в итоге пью трипель. Ёбаный трипер. Самое интересное. То, что энергия превратилась в опьянение. И как я сюда залез, я не знаю. Но знаю одно, что я боюсь воды. Но мой страх, я думаю. Я переборю. Итак, время оценочек. Квадрюпелю от Грин Стрита, который философский футбольщик. Если бы не следующий вариант. Ты чего делаешь, блядь? Видишь, блядь? Если бы не следующий вариант, я бы ему поставил десяточку. Ну а так, пока 8. Бля, хорош. 8. Насчет следующего варианта. Бариста. Шоколад квад. Отойди от меня нахуй. Отойди, блядь, я сказал. Шоколад квад. Правильно, стой там, блядь. За линию зайдешь, я спрыгну. Шоколад квад. Я ставлю... Блядь! 10 из 10. Очень благородный, вкусный, хороший вариант. Иди нахуй отсюда, я сказал. Хороший вариант. Блядь, я в детстве с такой шатающей ветки падал и сломал ногу. У меня, знаешь, психологическая травма. А еще я... Почти утонул на море. Ты ебись от меня. Ладно. А вот насчет последнего варианта, да мне некуда уже идти. Сейчас сам ебнешься. Насчет последнего варианта.
Belgian Monk, а, Black Monk от Crazy Brew. Все хорошо, да, вкус потрясающий, отличный, можно приздрачнуть. Не подходи. Можно приздрачнуть, но это не квадрюпель, то бишь, ожидая надпись квадрюпель, квад, Belgian Dark Strong Ale, Belgian Dark Ale и так далее, я ожидаю увидеть в своем бокале темную жидкость с фруктовыми нотами, сухофруктами, черносливом, яблоками и так далее, а не светлую медовую штуку. Да, эта штука действительно вкусная. Возможно, это ближе к трипелю. Возможно, это просто... Блять, эль с бельгийским солодом, бельгийскими дрожжами и с американским хмелем. Просто ребята решили, ну если мы бахнем туда бельгийских солодов, бельгийских хмелей и так далее, то это получится квадрюпель, а Ваня залезет на пристань. В чем-то вы были правы. Ваня залез на пристань, вы назвали это квадрюпелем, но это не есть квадрюпель. А возможно, я не на пристани. Так что оценка. Слышь, прикольный. Блять, это уже не прикольно. Это уже не прикольно. Оценка, блять. Оценка 6. Нет, 5. Ребят, ну пиво, если считать как трипель, блять, я поставил бы 10. Считай, как просто крепкий светлый эль какой-нибудь, я поставил бы 10, но как квадрюпелю, за цветы я ему ставлю 5. Вообще, по-хорошему, 3, но он настолько охуенно и вкусный, что я ставлю 5. Теперь отъебись от меня и вызови МЧС, пожалуйста.